Знаете что? Что я вот, когда ушел Михаил Михайлович Зощенко, который я зачитывался когда-то, особенно мне нравится голубая история его, вот, и я прочитал в воспоминаниях поэта Владимира Лившица то, что, оказывается, он выучил стихотворение «Свадьбы» наизусть, и когда ходил по всем знакомым, обчитывал всех, хотели они или не хотели, этим моим стихотворением. И прищелкивая пальцы, прицокивая языком, даже говорил: смотрите, какую он цезурочку там пропустил, а вот как вот с челочкой на лбу ведь пропустил сложок. Как он его сглотнул. Ой, вы знаете, я просто был на седьмом небе, когда узнал об этом. Вот так оказывается, как вот могло так случиться, что ему понравилось так это стихотворение.